Российские представители шоу-бизнеса сообщают сегодня рано утром на сайте российских новостях о том, что всем известный самый молодой российский актер Александр Незлобин еще вчера ночью был найден на окраине Москвы в своем автомобиле без сознания. Его нашли сотрудники патрульно-постовой службы, которые находились на дежурстве. Как оказалось позже, Александр Незлобин ехал в Подмосковье к своему другу. Ему по дороге стало плохо, он свернул на обочину и потерял сознание. На данный момент Александр находится в больнице и с ним все хорошо. Медики надеются, что в дальнейшем его жизни и здоровью уже ничего не будет угрожать. Сейчас мы следим за развитием этой трагедии и уже завтра утром, друзья, надеемся вам рассказать о продолжении данного выпуска. Будьте всегда с нами и до скорой встречи на нашем YouTube-канале.